Крымский федеральный университет имени Владимира Ивановича Вернадского является одним из лидеров по числу иностранных студентов. На данный момент в университете насчитывается около 3000 человек из 50 стран мира. 24 марта на базе Медицинской академии имени Георгиевского прошла Республиканская олимпиада по русскому языку среди иностранных студентов КФУ имени Вернадского. Работа с иностранными студентами, особенно преподавание русского языка иностранным студентам, это, безусловно, очень интересно, потому что виден сам результат обучения, когда иностранные студенты приезжают и знают только несколько слов, а уезжая, они уже могут рассказать о себе, причем достаточно связно, могут поговорить на самые основные темы. Поэтому, конечно же, работа с иностранными студентами – это очень результативная работа и результат видимый. Олимпиада по русскому языку прошла в целях повышения качества подготовки иностранных граждан и активации интереса к изучению русского языка и культурно-исторических традиций страны. Организаторами Олимпиады выступило Управление международной деятельности Департамента международной деятельности и информационной политики. Участниками Олимпиады стали студенты и аспиранты из дальнего и ближнего зарубежья. Вообще русский язык – это как море, вообще такое. Сложно вначале было, а сейчас вообще хорошо, я уже как тут 6 лет почти, отлично, преподаватели вообще хорошие, нам помогают постоянно, если что-то нужно. И когда приехал, вообще не знал ничего, вообще приехал сюда с нуля. Во-первых, мне очень нравится русский язык, я приехал, получается, 2 года назад, но я учился в Корее еще русский язык. Мне, конечно, трудно, я слушаю лекцию с русскими студентами, но учителя очень хорошие, объясняют, когда я спрашиваю. Вообще, я раньше не знал, о России или так. Приехал, слышал, интересно мне было, приехал, учил, мне понравилось, все хорошо. И дай Бог, в следующем году заканчиваемся и уедем домой. Я из Китая, и я тут уже прожила 1,5 года. Но я еще очень плохо говорю по-русски, потому что... И у нас я уже сначала подготовительном факультете учила 1 год, и сейчас я на магистратуре. И у меня сейчас еще один преподаватель есть. Она вообще мне грамматики и так далее учишь. Республиканская олимпиада проходила в 2 тура – эссе на заданную тему и моделирование коммуникативных ситуаций. В завершении прошло торжественное награждение победителей, и иностранные студенты исполнили номера, представляющие их культуры. Победители олимпиады стали потенциальными кандидатами для участия в олимпиаде по русскому языку среди иностранных обучающихся российских вузов.